Инсайт, и сегодня мы будем играть в один блок. Так, кто не знает правила, расскажу. Мы на одном блоке, и около нас ничего нет. Но если мы сломаем этот один блок, он снова появится. И так будет бесконечно. Оттуда могут вылезать мобы и так далее. И ты сам можешь упасть. Ну, это баг, мне кажется, уже. Мы потеряли землю. Ничего страшного. Как я думаю, ну, вы не будете видеть, как я все блоки ломаю, это неинтересно. Поэтому многое вы не будете видеть. Это будет сразу за кадром. Давайте. Два. Главное, не переборщить с палками и не скрафтить случайно два верстака. Потому что пошел камень. Поставил не верстак, а просто доску. Гениально. Давай. Верстак. Нет. Я переборщил с палками. Нет. Ну что, была не была. Вот, наконец-то, сундук появился. Я очень рад этому событию. Так, у нас мало предметов в инвентаре. Надо копать. Давайте. Сейчас немного с вами покопаю. И уже давайте монтаж. И пам, пам, пам. Сундук. Ой, там было ведро. Это прикольно. Потом делаем огород. Это очень хорошо. Ребят, я здесь из-за того, что там был алмаз, у нас первый, но у нас всего-то два железа. Это очень печально. Ну, ничего страшного. У нас, кстати, овечка и корова есть. Так, давайте расширим немного платформу. Маленькая овечка и большая корова. Большие друзья на овечке. Смотрите, корова встала прямо на алмаз. Но корова, это не твой алмаз. Это мой алмаз, который я не сломаю. И какая боль для истинных майнкрафтеров. Спорим, истинные майнкрафтеры упустили скупую слезу. На самом деле, да, это немного реально обидно. Вот еще золото ломаем. Каменной киркой. Ладно, ребята, я не хочу, чтобы вы смотрели на этот ад, как я все ломаю каменной киркой. И даже не могу себе позволить железную. И поэтому... Что? Поэтому вы будете на это смотреть. Ладно, не будете. Сейчас снова, я думаю... Считаю, что он умер очень больно. Считаю, что он мучился своей смерти. Жаль, а конечно, этого добряка. Ну, стоп, корова. Все, что я могу сказать, ну, это... Ну, как вам речь? По-моему, это идеально. Давайте. Крафтим забор. Что будем делать? Конечно же, загон. Только уже без овечки. Да. Но ничего страшного. Чао-чао. Обойдитесь. Ну, то есть я обойдусь без этого в виде. Давайте. Почти достроили. Сейчас ночью, не понимаю, почему я факела не расставил. Сейчас буду ставить. Ребят, если звук немного другой, то есть озвучка. Дело в том, что я сегодня озвучиваю с другого приложения. Ну, кстати, оно намного удобнее моего прошлого. И можно и монтажировать нормально, ну и нормально озвучивать. Только здесь надо кнопку зажимать, а у меня не надо было. То есть я... Наверное, больше не буду снимать на имуве. Это мое старое приложение, так называется. Ну что, проходи, корова. Придется крафтить, конечно же, этот калитку. Этот калитку, да.
Нет, я ничего не перепутала. Я буду крафтить этот калитку. Давайте. А, я не понимаю, зачем из лазурита делают синий краситель, когда лазурит сам является синим красителем. Ну, можно же покрасить кровать лазуритом. Знаете, какой минус этого приложения? То, что я иногда забываю, что надо держать кнопку и отпускаю. И поэтому... Ну, кстати, сказано, сколько ты уже озвучиваешь. Давайте, железо. Да. Нет. Ой, вода. Хорошая вода. Выходим. Нам вода не нужна. Вода нам не нужна. Да. Вы складываете вещи, а когда я складываю вещи, я заметила у меня книжку на удачу. Это прикольно. Буду и пользоваться с этого дня. Ну, когда скрафчу, как это там называется. Короче, вы поняли, надеюсь. Наковальню. Да. Так, давайте посадим деревья. Деревья — это всегда хорошо. В будущем они нам, я думаю, могут пригодиться. Если у нас будет, ну, мало. Потому что я знаю, что будут вообще времена, когда очень мало будет деревьев. Допустим, пустыня. Там, по-моему, всего 3-4 доски выпадет нам. Давайте выйдем из этого загона. Наша ферма процветает. Там уже почти пшено выросло. Когда... Кстати, морковку мы еще не будем скармливать. Знаете почему? Потому что из морковки одной, по-моему, выпадают две морковки. А потом эти две морковки, у нас уже будет, получается, две морковки. Мы эти две морковки посадим, у нас будет 4 морковки. Потом мы эти 4 посадим, у нас будет 8 морковок. 16, 32, 64, 128, 256, ну и так далее. Это вы понимаете уже. Ну там 512, 1026, 2048, ладно. Ребят, знаете, я так могу вечно. Я не шучу. Ну, точно не вечно. Ну, точно, да. Ну, больше 100 000 точно будет. Ну, и уже по традиции падаем в конце видео. И только тогда я понял, что я забыл снять щит и броню. Я не шучу. Ну, ладно. Ладно, с вами был Алан Сайт. Всем пока, до скорых встреч!